Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим вкусные куриные крылышки, а готовить мы их будем по трем рецептам. Итак, здесь я показала все ингредиенты, но более подробно обо всем, что нам понадобится, расскажу далее в видео. Итак, для начала нам понадобится 2,5 килограмма крыльев. Режем их на три части, острую часть выкидываем. Итак, поступаем со всеми крыльями. Далее курицу делим на три части. Это и есть три варианта приготовления. Первые две части будем с вами панировать в муке, и 2 столовые ложки добавила в муку крахмала. Подготовим решетку, далее противень выложим фольгой, подложим решетку и панируем наши крылья первой части, выкладываем их на решетку, не солим их предварительно. И будем выпекать в режиме гриль-конвекции 20 минут при температуре 200 градусов. Далее подготовим с вами соус барбекю. Вот такой острый соус. Можно добавить несколько капель. Нет у вас такого, если острого соуса, то можно вот такой перец положить. Нам понадобится соус, кетчуп, ваш любимый, 150 мл. Растительное масло, столовая ложка. Горчица, столовая ложка. Паприка копченая, паприку можно побольше положить. Чеснок сухой, столовую ложку. Сахар, чайную ложку. И несколько капель острого соуса. Все перемешиваем. Соус барбекю готов. Далее сделаем соус терияки. Соевый соус 150 мл, лимонный сок столовая ложка, имбирь сухой столовая ложка, растительное масло столовая ложка, сахар побольше, можно столовую ложку положить. Вот этот уксус можно не добавлять, по желанию рисовый. И немножко крахмала добавим. Все перемешиваем с вами. Далее выливаем соус терияки в сковородку и будем варить до сгустения. Вот такой консистенции соуса должна получиться. Далее крылышки наши подпеклись. Теперь мы их будем окунать в соус. И половину я буду окунать в соус барбекю, а половину будем окунать в соус терияки. И еще раз будем выпекать их в режиме, если есть гриль, то можно в гриль, либо режим конвекции минут 10. И оставшуюся часть крылышек я решила сделать панировку из чипс. Для этого нам понадобится мука, потом яйца с молоком смешиваем. И чипсы мнем. Я взяла кукурузные чипсы. Можно взять любые другие. Все это перемешиваем. Крылышки надо посолить, естественно. Сначала макаем муку, потом в яйцо, а потом в чипсы. Вот так у нас получилось. Пока оставляем в сторону. И приготовим с вами сейчас легкий соус для наших крыльев. Для этого нам возьмем либо греческий йогурт 150 мл, либо био-йогурт. К нему добавим лимонный сок, щепотка соли и сухой чеснок. Все перемешаем. Наши крылышки с вами хорошо пропеклись. Мы их можно добавить кунжут. Перекладываем все в тарелку. И теперь здесь же будем выпекать наши крылья с панировкой из чипс. Все выкладываем на противень. Ничего страшного, что он грязный. И будем выпекать их 20 минут в режиме конвекции при температуре 200 градусов. Наши крылья готовы. Перекладываем их в тарелку. Они получились очень вкусные. Мне особенно очень понравились вариант соус терияки. С чипсами чем-то напоминает вариант кафеце. Румяные и аппетитные, они отлично подойдут к вашему столу, а легкий соус, который мы с вами приготовили, сделает мясо более нежным и сочным. Спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно попробуйте это приготовить. Всем до скорых встреч!